Продолжая тему эффективности системы Махалябай, уже с акцентами других сфер. По-новому планируют организовать работу с населением и неорганизованной молодежью в Ташкентской области. Нюансы обсуждены в ходе семинара, организованного в Нуравшане с участием генерального прокурора, руководства Центрального банка, ведомства и организации, а также четырех секторов области. Внимание акцентировалось на распространении ферганского опыта в этом плане, эффективном использовании достигнутых успехов по внедрению данной системы, работая в каждой махале, которая, в частности, позволяет точно и адресно выявить граждан, нуждающихся в нашем с вами участии, малообеспеченных и имеющих инвалидность, составить их список, избегая повторного включения имен в железную, женскую и молодежную тетради. Руководители и ответственные лица четырех секторов будут проводить изучение в махалях касательно сокращения бедности, обеспечения занятости населения, раннего предупреждения преступности и правонарушений. Вся информация будет аккумулироваться в дорожной карте, исполнение которой возьмут под контроль. После ознакомления с проблемами, выявленными в результате изучения махалей, будет разрабатываться программа развития по всем направлениям с определением драйверов махали. Сформированные дорожные карты будут предоставлены районной группе по координации, которая обеспечит доведение вопросов, относящихся к тем или иным министерствам или ведомствам до нужной инстанции. Данная работа в махалях будет проводиться в три этапа. К сходу граждан прикрепят одного представителя коммерческого банка, а в каждом секторе создадут офис управления, где специалисты станут обобщать поступающие с мест обращения и с учетом вопросов и предложений разработают программу развития. На этой основе на местах в нынешнем году предусматривается решить многие проблемы путем проведения широкомасштабных созидательных мероприятий. Это мероприятие, считаем, организовано своевременно, и нам дана необходимая информация касательно правильной организации работы на местах. Теперь мы будем проводить изучение по каждому гражданину, вопросам, волнующим жителей махали, на основе чего будут разрабатываться программы, которые помогут решить все выявленные проблемы. Будут проводиться встречи с предпринимателями с целью создания для них еще более благоприятных условий и решения острых вопросов. В рамках диалога состоялись презентации по данной теме. Рассмотрены предложения и вопросы, связанные с трудоустройством молодежи, организацией в некоторых районах филиалов коммерческих банков, содействием в выделении кредитов.